Привет всем, меня зовут Шкемпир Фьердаулет. Как я поступил вообще в Китай? Я сюда поступил через компанию MyChina. И нас отправили из Алматы, и тут уже нас встречали. Так что люди были, которые нас познакомили с общагой, с кампусом, с учителями. Вот, в этом плане все отлично. Тут для нас все было интересно. Мы изучали город, ездили всегда. Как бы выходные дома не проводили вообще. Только в городе проводили. Вот. Потом мы решили с друзьями основать ассоциацию казахстанских студентов. Уже несколько лет поработали, и каждый год у нас все больше и больше активити, все больше и больше мероприятий проводится. Дело не в количестве, а вот дело в качестве. Когда люди поступают туда за границу учиться, им нужны близкие друзья, близкие отношения, потому что в Алмате, в Казахстане в целом, у нас есть дом, родственники, мама, папа, друзья. А тут нужны вот друзья, которые смогут заменить. И вот реально за границей действительно ощущаешь то, что ты становишься все ближе и ближе с друзьями. Так что вот, у нас все классно тут. Приезжайте к нам, поступайте сюда. Обязательно познакомьтесь с активистами КСАК, Казахстан Student Association in China. Ну вот, всем удачи!